Малочисленным народам расширили права. Президент страны Владимир Путин подписал поправки в закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. В соответствии с новой редакцией федерального закона органы местного самоуправления наделяются правом создавать на общественных началах советы представителей малочисленных народов для защиты их прав. Советы могут создаваться при главах муниципальных образований в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Таким образом, устраняется препятствие, не позволявшее коренным малочисленным народам реализовывать на практике свое право делегировать уполномоченных представителей в советы представителей этих народов при органах местного самоуправления. Важность и нужность такого общественного института отметил начальник управления по делам коренных малочисленных народов Севера Алексей Ардеев. Несомненно, любые общественные институты, которые могут быть созданы на территориях муниципальных образований, они важны. То есть через эти институты мы можем, в принципе, услышать мнение населения по важным для них вопросам. Ну, в частности, если мы говорим о общественных институтах, которые будут отражать интересы и мнение коренных малочисленных народов Севера, несомненно, в национальных поселках, как мы сегодня их называем, они должны, наверное, быть. И хорошо, что они предполагаются к созданию при органах власти. То есть на сегодняшний день муниципальное образование будет иметь хороший инструмент, через который они могут получать мнение коренного населения по жизненно важным вопросам. В Ненецком округе сегодня проживает более 7500 представителей коренных малочисленных народов Севера. В большинстве своем они представлены ненцами.